Всем-всем огромный привет! Очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня в этом видео хочу вам рассказать о украшениях ручной работы, а именно, конкретно в моем случае, о ободочке ручной работы. Сразу же хотелось бы отметить то, что это не реклама ни в коем случае, даже не обзор. Этот ободочек, который я вам сейчас покажу, я его приобрела за свои собственные деньги. Просто я не могла не поделиться с вами этой информацией. Я вообще об этой группе и о девушке, которая делает эти замечательные украшения, узнала от других блогеров, возможно, вы тоже уже видели, но я просто не могла остаться равнодушной, мне настолько понравилось, а именно, особенно ободочки для волос, что я решила его купить, заказать за свои собственные денежки, и хочу просто с вами поделиться этой информацией, потому что мне кажется, что украшения ручной работы, да и вообще, когда человек что-то делает своими руками, это очень здорово, это очень приятно и действительно стоит внимания, и поэтому я хотела бы, чтобы мои подписчики, которые еще не знали о таком, они об этом узнали. Что хочу сказать, вообще эта девушка, она занимается этим самостоятельно, то есть она делает украшения ручной работы, там разные и сережки, и ожерелья, и колечки, и браслетики, и также ободочки. Вот, и она все это отсылает Почтой России абсолютно в любую точку, у нее есть группа ВКонтакте, ссылочку я оставлю внизу, вы можете там посмотреть, заказать работы, на самом деле просто потрясающе, очень-очень красивые, просто невозможно оторвать глаз. И что самое главное, что работу можно сделать индивидуально, то есть для вас. Вы можете попросить либо повторить какую-то работу, которая вам понравилась, либо вообще придумать собственный дизайн, какой-то очень интересный, и вам сделают именно то, что хотите вы. Мне кажется, это просто замечательно. Во-первых, это очень красиво, очень качественно сделано, и вдвойне приятнее, когда вы знаете то, что это сделал человек своими собственными ручками. Ну, давайте я вам покажу. Мне пришел мой ободочек в такой замечательной красивой коробочке. Мне кажется, что как подарок, например, для вашей подруги или там еще для кого-то, мне кажется, это очень-очень здорово. Вот, выглядело внутри тоже все очень так хорошо, такая бархатная вставка, и сам ободочек находился в фольге. Также еще здесь была визиточка самой группы, ну, в принципе, ссылку я оставлю внизу, как я уже сказала, и вот здесь находился мой ободочек, сейчас вам его покажу. И мой ободочек выглядит вот таким образом, я увидела подобный ободочек, уже был в группе, то есть уже для кого-то подобный ободочек он создавался, вот, но мне он очень понравился, я захотела его повторить, единственное, что я попросила добавить к зеленому цвету, побольше золотистых бусин. Что могу сказать? Ободок на самом деле очень классный. Вообще я не любитель украшений на волосы, то есть я не люблю ободки, но такой ободок, он просто отлично украсит любой образ, отлично подойдет на праздник, на день рождения, на Новый год особенно. Будет очень красиво смотреться, да и вообще даже в повседневной жизни, почему все думают, что мы должны ходить какие-то скучные, некрасивые, там, ну не знаю, как-то не наряжаться в повседневной жизни, да можно даже и в повседневной жизни пойти на работу с таким ободочком, тем более он маленький, такой миниатюрный, он не громоздкий, очень красиво, нежно смотрится на голове. Что касаемо самой работы, то я не знаю, конечно, придираться вообще нет смысла, потому что все сделано очень хорошо, да и вообще очень-очень приятно просто его держать в руках, потому что ты знаешь, что ты, это не какая-то вещь, которую ты пришел в магазин и там, не знаю, взял с полки и купил, которую сделала какая-то машина или я не знаю кто, а это реально ручная работа из очень качественных материалов, то есть действительно ты знаешь, что это сделал человек, старался, вкладывал, возможно, даже душу, и очень-очень приятно иметь такую вещь. Вот давайте я вам покажу, какой он просто красивый, невероятнейший. Я думаю, вы убедитесь сами, если зайдете в группу, или же также есть страничка в Инстаграм, и вы посмотрите просто, какая красота. Поэтому вот просто хотела с вами поделиться, на самом деле я очень-очень советую, я осталась очень довольна, мне очень понравилось, обязательно надену этот ободочек на Новый год, а после Нового года я буду носить его в повседневной жизни, просто до Нового года я не хотела бы, чтобы мои коллеги, например, увидели его, а потом буду я обязательно носить его и в повседневной жизни буду надевать, очень-очень красивый, прям очень все так хорошо сделано, в общем, я осталась в восторге, и у меня одни положительные эмоции, поэтому действительно вам советую от всей души.
у многих изделий есть свое название, и конкретно мой ободочек называется «Лесная нимфа». Думаю, это идеальнейшее название, которое идеально подходит этому ободочку. Но это все, о чем я хотела вам рассказать в этом видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Возможно, вы вдохновились на создание чего-то подобного или захотите тоже заказать себе такую красоту. В любом случае, это просто замечательно. Большое спасибо, что вы посмотрели мое видео. И всем всего самого хорошего. Я желаю вам всего только самого лучшего, здоровья, добра. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не были подписаны. Мы увидимся с вами в новых видео. Всем пока!